Муж решил жене подарок на день рождения сделать. Приходит в магазин, смотрит, а там этот навороченный утюг стоит. Смотрит, а денег не хватает. Думает, дай-ка я его сворую. Своровала, охрана заметила. Привела охрана мужика к хозяину магазина. Хозяин магазина, мужик с юмором, говорит, слушай, да тащишь на конце к выходу, забирай. Мужик напрягся и вынес. Радостный, довольный, приходит домой, дарит утюг. Жена вся в восторге. Ночь наступает. Муж отдельно спит. Вторая ночь, третья. Неделя прошла, месяц. Муж отдельно спит. Жена думает, дай-ка я проверю, что не так. Посреди ночи заходит в спальню, смотрит, а муж со спущенными штанами возле зеркала стоит, а на конце гири, а рядом другие. Жена, дорогой, ты что? Муж говорит, да не мешай мне тренироваться. Нам еще холодильник нужен.